В общем, вышел трек у моего товарища, великолепного, прекраснейшего электронного музыканта. Вы его, наверное, видели либо по сольным работам, либо по работам с такими людьми, как Руслан Crazy Mega Hell, David GSPD, Russian Village Boys и многие-многие-многие другие прекрасные мои товарищи. У Саши Скурта вышел новый трек «Пятно». Саша выбрал себе вектор нового творчества, ну, так скажем... Из всего многообразия электронной музыки, которую он может делать, типа, как продюсер, а он, ну, я вам отвечаю, великолепный продюсер, он, как артист, выбрал для себя некий вектор, сейчас мы будем потихоньку в него погружаться. Вышел новый трек «Пятно», давайте заценим его. Саня абсолютно незаслуженно имеет эти 95 лайков, я считаю, поэтому, если есть возможность, я вам сейчас закину ссылочку в чат, просто, типа, напишите потом впоследствии свое мнение. Это стоит поддерживать молодых музыкантов, сейчас с этим делом тяжело в связи со всей обстановкой, которая сейчас есть, поэтому, чуваки, обязательно поддерживайте таких типов, как Саня Скурт, это правда важно, поэтому давайте попробуем заценить его новый трэчик «Пятно», let's go! Больше 7 лет она ведет свой дневничок, но вдруг стало пусто, не хватает слов. На полях заметка, хочу в жизни все, и только пепел со стола ветер унесет. Куда она пошла, что за странные места, бутафорные друзья и плохие вещества. На листик капнула слеза, твоя ручка потекла, вместо слов теперь оно темно-синее пятно. Ты рисуешь свой путь. Трэп-куплет. Страница дневника. Так не хочется вникать в то, что происходит. На берегах твоей печали теперь новая река, из которой просто так никто не выходит. Эта дура не в себе, лежит голой на столе, натворила много дел среди этих потных тел. Вырываешь те страницы, но все это будет сниться тебе. Поехали! Саня, хорош! Молодец! Отличная песня! Отличная песня! Бля, вот, не знаю, мое личное мнение, Саня Скурт, короче, всегда отличался великолепным нахуй продакшеном своих песен, и эта песня не исключение. Он, правда, ну, супер мастерский, короче, человек, который идеально знает, какой звук как накрутить, именно в вопросе технического оснащения, это прям пиздато. Но, короче, у него исполнительские, короче, скиллы с ним вместе развивались, потому что, ну, бля, кого он, типа, года полтора, по-моему, пишет музон, типа, вот именно как артист с вокальными какими-то данными. И, бля, вот по сравнению с его первым треком, типа, это огромный рост. Он большой молодец, типа, и я прям реально вам говорю, это очень пиздато. Про трек, типа, пиздато вокал сделан, типа, прикольно, что они вот эти, типа, аккорд где-то или терции, что, ну, типа, многоголосие очень пиздато звучит. В этом плане это очень круто сделано. И плюс, ну, припев цепляет, припев прикольный, но, бля, хочется долбилова чуть побольше. Типа, вот кика мне чуть-чуть не хватило, как будто, может, я в наушниках уже глохнуть к четвертому часу начал, но можно было, короче, типа... чуть больше опоры на низ сделать, и было, по-моему, вообще пиздато, но вот в чате пишут, что, типа, это напоминает раннего ЛСП, чуваки, это очень супер, это отличный комплимент, мне кажется, для Санька будет. Я хочу увидеть в какой-то момент, чтобы, ну, типа, Саня будет развиваться дальше, я уверен, типа, и все будет у него окей. Первый трек с Куртом в проекте, да, первый раз.
И, типа, я думаю, что в какой-то момент он все равно сможет сломать вот эту всю движуху и собрать там свои первые концерты и так далее. Это артист на старте, именно как артист. Как продюсер у него гигантский опыт. Гигантский опыт, он, бля, гига-человек просто, я вам серьезно говорю. Поэтому, если что, типа, следите за этим парнем. Я думаю, что он себя покажет еще впереди 100%. Это очень пиздато.